Рынок фруктов в Фургаде. Мы приехали сегодня сюда на такси с отеля. Ну, так опять манго, наверное. Да, и я думаю, что надо что-нибудь вкусное взять, потому что выглядит очень красиво. Такого плана мы видели рынок Бакарния в Испании, в Барселоне. Но там было более так все дорогое. Здесь очень колоритно, по-местному, красиво. Вот оно естественное. Вот эти обтрепанные стеллажи. Ну, очень классно смотрится. Нету лоска, шика. Все, вот местный рынок. Наверняка он такой был и тысячи лет назад. Все выглядит свежим, красивым. Много клубники и всяких экзотических фруктов. Привет, ребята, голуби просто так сидят. وانا بشرف في اي حته عشرة جنيه الفراولة يا عف. لا بصفيها يا عف.